первую очередь мне стоять не нужно. Это очень круто. Поэтому увидимся внутри служебного входа. Это очень не для меня оказалось. Очень круто. Много-много людей, все на Eatfest сегодня будет очень круто. Короче, смотрим мы взяли дальше. Эту коробочку за 2 косаря, и там должны быть 4 подарка, типа экшн-камеры гарантированные. Что ты так орёшь? Потому что я так ору, потому что там орут. И что же там? Хорошо, сейчас что-то будет интересное. Внимание, смотрите. Внимание. Я прорусь, там что-то будет интересное. Ура! Все готовы, да? Да. Это ж, ёб твою метель! Что, блин? Фу! Я вас люблю, я это говорил? Нет, ну я сейчас вам скажу, я вас люблю. Так это. Что, поближе? Рассказывают нам, но я не запоминаю потом все комментарии. Из последнего это реально спуск в метро с альбом Шириня. Чтобы вы понимаете, я покажу из самого крутого места. Это туалет! Это Eatfest. Вот там вот очередь, куда я не хочу стоять. За автографами фиг с ними. Зато у нас ведущий Коля Серега. С ним я сниму видос! Короче, такая картина. Слушай, что рисуешь? Медведя блогера. Через сколько он будет готов? Часа через 4, наверное, через 3. А чё один рисуешь? А? А чё один рисуешь? Я два. Я открываю мир других духов. Много комаров, много-много комаров. Много комаров. А, чтобы вы понимали, мне дали вот такую вот крутую пайт. Вот сзади, сзади. Давай, 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 сзади. Снимай. Он продолжает снимать? Да, снимает. Вот, сзади идет, вот так вот, все красиво. Я тебя снимаю, не вижу, что снимаю, но я думаю, что снимаю. Именно круто. Мне, пожалуйста, кто ты? Я работник милого магазинчика Вилки Скай, можете зайти посмотреть. Да, просто так проходилось? Да, мы так всегда одеваемся. Круто, спасибо большое. Привет, ребята. Вы, конечно, можете подписываться на его канал, но вы должны четко осознавать, что вы делаете. Это на вашей ответственности, не на моей. На мой канал. На мой канал. На его канал. Привет, мастер-класс. А где же приз для Влада? Привет, Влад. У нас есть для тебя приз. Слушай, неплохой приз. Натанцевал, как говорится. Смотри. Подняли? Окей. Я стирую.
категории мы будем соревноваться? Хип-хоп. Пошумим. Влад, ты согласен на баттл хип-хопе? Если все тут, то пошумим! Пошумим, блин! Хорошо, не только аплодируем, это будет как символ готовности к тому, что мы хотим увидеть. Мы гуляем здесь, много людей. Я в бомбере, у меня футболка, у меня портфель, у меня экшн-камера, у нее линзы. У нас много-много всего, это крутой вид фест. А вы завидуете? Смотрим мой влог на ютубе, буду рад вас видеть. Привет. Катя, быстрее, одну, по-братски. Девочки, одну и все. А я маме. А у меня нос кровь с носа идет часто. Напишали. Вот там вот наверху все блогеры. К сожалению, нам туда нельзя. Плохо. Мы возвращаемся, ребята, вот что нарисовали. Нереально круто. Пейпа, пародируем, короче, голоса. Круто, прикольненько. Короче, я заработал 7,5 тысяч в витконов, короче, круто, классно. Что-то в конце я куплю на это. Ага, посмотрим, что короче, же это будет. Заказали такую веселую дичь, фиолетовая шаурма. Посмотрим, как вечером я схожу в туалет и узнаю, фиолетовая ли будет после нее. Ну, конечно. Короче, там... Еду в магазин Гуччи. Там фейст какой-то, короче, капец. Вот, а вот там все деньги наши синие, блогеры, все сложно. Наши блогеры, вон они наверху. Я настолько... Да.
Мы ждем аукцион, у меня 8,5 тысяч геймконов каких-то, короче, можно будет что-то за них купить. Интуиция, кто не достоин жизни, я не достоин. Левый, левый, смысл, левый, левый. Смысл, мемы, смысл жизни, мемы, мемы. Зачем тебе это? Атева, Атева. Атева, Атева. Или то, что нас минус не включался. Но Витфест любим, придем и не раз. Здесь было клево. Спасибо всем. Спасибо вам. Как блоки. Блоки, как блоки. Я вас люблю, а остальных нет, уходите. Вот у нас. И, ну, во-первых... Короче, мы купили за, как они, поинты эти, да? Да, эту хрень. Вот, эту коробочку за 7 этих тысяч поинтов, да? И мы не знаем, что там, там что-то такое интересное должно быть, по идее. Вообще, эти коробочки сегодня продавались по 1000 рублей. Вот. Очки, очки! Мать его, это же очки! Это прикольно. Линзы какие-то. Ну ладно. Ну да, в пацком соединили деньги и хотим забрать следующую коробку. Посмотрим, что получится. В фестивале у нас много-много-много-много подарков. Просто двое айфоновских наушников, очки виртуальной реальности, экшн-камера, бутылка, футболка. Короче, очень-очень много подарков. Спасибо за вечер. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. И до скорых встреч, ребят. Да, мы вас любим.